Казанский федеральный университет заметно поднялся в глобальном рейтинге QS World University Rankings 2017-2018. Вузу удалось войти в группу 441-450, улучшив свои позиции на 60 пунктов. Наилучший результат среди российских университетов показал Московский государственный университет имени Ломоносова, разместившийся на 95-м месте из 959. Среди российских вузов КФУ сохранил 12-ю строчку рейтинга. В целом большинство российских вузов продемонстрировали хорошую динамику рейтинговых показателей. Так улучшить свои позиции удалось 14 из 24 вузов. При составлении рейтинга 2017-2018 годов была изменена методология. Прежде всего, выравнивание весовых коэффициентов для местных и зарубежных работодателей. Ранее весовые коэффициенты составляли 30% и 70% соответственно. Также увеличение периода учета цитирования публикаций до 6 лет. В этом году суммарный рейтинговый балл КФУ составил 27,9, что на 3,6 балла выше прошлогоднего значения. Рост рейтингового балла обусловлен положительной динамикой репутационных критериев, репутацией у работодателей, а также долей иностранных студентов. Елизавета Евтифеева, Универньюз.